Идеальной женщине идеальный подарок. И если повод, чтобы порадовать вторую половинку, не нужен, то выбор самого презента поставит в тупик кого угодно. Кристина Мяснянкина точно знает, как из него выйти. Лучший подарок – это подарок, сделанный своими руками. Или руками мастера. Можешь пока одеться, мы с тобой обсудим модельку. Классический или корсетный, плотный или полупрозрачный, с поролоном или без. Как понять, в чем будет комфортнее? Вот эта вот ткань, она является эластичной и не сдавливает. В общем, ты в ней можешь спокойно двигаться. В отличие от корсетов из прошлого, эта модель облегченная. Ткань тонкая, косточки гибкие. Цвет Карина заменит на бежевый, а вот ткань... Это у нас будет либо тонкий поплин, скорее всего, производство Италии, потому что там максимальная выделка такая тончайшая. Либо же мы с тобой будем использовать натуральный шелк. Кстати, многие мастера отказываются от поролона в чашке. Нет, не в угоду соблазнительности. Этому есть медицинское обоснование. Когда человек двигается, он вырабатывает тепло. Поролон это тепло задерживает. Вот. Соответственно, ткань молочной железы может перегреваться. Мастер изготовит корсетный бра всего за 5 часов. Но за будуарным эксклюзивом настоящая охота. Ведь это уже бюстье от кутюр. YouTube.